случайно, я вышел из игры. А вот сегодня мы будем снимать челлендж по Hello Neighbor. И в этом челлендже мы должны будем пройти вот первый и второй акт. Вот в третьем акте я попробую, но не могу там ничего сделать с тобой. Второй акт я смогу быстро пройти. Первый акт это очень легко, так что успею хотя бы там минут 10 ровно. Второй акт можно пройти за 2 минуты. Кому интересно, как проходится, посмотрите это видео до конца. Вот я первый и второй акт. Ну и думала снять когда-то стрим или видос какой-то, как я пройду всю игру эту быстро. Вот этот дом 10% того дома, который стоит маска. Я второй акт не проходил, так как я свой. Кому интересно? Баг, кстати, мячик остался. Всегда, когда я играл, мячика не было. Он спит. Вот наш красавчик спит с усиками. Иди ты в жопу! Тебе сон приснился? Мы можем первый и третий акт по своим способам пройти. Например, я не знаю способ лифтом в третьем акте. Я просто там в доме сломала окно и там так залез на третий этаж. Вот там можно... Третий акт вообще можно пройти по четырьмя способами. Я эти четыре способа проверял. Но я как бы до подвала доходил. Ну а дальше подвал я ничего не умею делать. Но я всегда этот... Артек тянет. Я не знаю, для чего это прикольно. Я всегда тянет. Так, ладно, мне не дает. У нас быстро. Сворд возьми. Блядь. Раз, два, три. Проходи. Вот, наконец-то пришли. Так. Я всегда вот эти движения делаю. Нужно... Ну, первый акт. До подвала первого акта. Мы можем пройти. Ну, короче, смотрите. Мы как бы в первом акте у нас задача проникнуть в подвал, а во втором акте у нас задача сбежать из дома. В третьем акте тоже залез в подвал, а в финале победить. Блин, у меня сердце испугалось, когда я его не видел. Дядя! Дядя, ты молодой, стоп. Да. Дружелюбный сосед просто становится нужным. Который сейчас у нас сосед, он вообще... Он был. У нас ничего.
Иди ты в жопу! Вот с соседом, если бы с соседом было бы, я вот первый акт прошел бы за 2 минуты. А знаешь что? Ой, хорошо стало, спина сломается. Иди ты в жопу, Вася, я вообще хочу это на своей доме. Молочка сюда, так. Я тут панандросу клал на место. Сиди ты в своем доме, смотри телек свой. Понятно? Ой, давай, иди домой. Смотри телек там. Так, продолжаем. Мама мне сейчас позвонила просто. Только мы из первый акт выходим так. Классно кончится, кстати. Эй, красавчик сосед! Сердце вообще вышло из себя. Всеми известно, как...
дедушки. Бум! Охей, я мир дагие, бардо жалаповать на мой накал, личисец! И сегодня растует редичная, зыбловлечная дуся по грабзонам, денеля в шаном ракетке. И масса рахуши вонестея тышесятидя, тельная вагатшина до сня очукнания нойвы за заносимость. Рой полисы, жумисла и ангави ропти в доран рептайль. И чохица, чак детевсную тяме пнойвов, ёстку ящищих, нежатищи шайных до нежды диайлов. Рокоты... Такие избитые все, побитые. У нас стоп башмачка нет. А второй, да. Сын соседа. Сам он куда-то сбежал. Ой,
детства. А мы уходим из подвала. Надеюсь, у меня в настройках сосед дружелюбный, да? Идите в жопу! Вот сюда у меня информацию кончается. Я такой чел, который обожает клеить мат. Очень такой нужен. Я бы хотел вот эту гаечную вернюшку кинуть, но нет. Одна из самых лучших вещей, которые существуют. Нет. Алло. 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 Я. Вот так мне сложно походить. Да я не иду, что там. Лёдь, он в кухне. Ничего. Иди в жопу! Как он меня увидел? Я вот на его стриме снимал это прохождение Hollow Knight. А я вот снимаю первый и второй акт.
быстро покрасил. А он вообще всю игру снял. Я от него научился финал проходить. Смотрите, как пушки играть. Самая страшная вещь в моей жизни, что я делал. Таро, как дела? Сколько лет, сколько дней? Давайте-ка, многие, наверное, интересуют, что я могу сделать с этой лопатой. Я в первый раз увидел такую лопату. Я три раза проходила. Вторая. Ну и вот первый раз я только увидела эту лопату. То есть я всегда куда-то побегал, но я не знаю, как я это. А знаете, что мы с ним можем? А это откопать кладбище, кладбище доктора. Давай тебя пихнуть. А что, я откопал кладбище доктора. Фоточку на память сделаем. Видео какое у нас вышло с матом и плюс со страхом, как мат копает, а кладбище доктора сохнет. Вот мат копали и зеленый кладбит с пантиком. Я не знаю, где он кладбит, но я просто от девочки, только помню, какой-то неудобный. Можно на дальше, давайте посмотрим. Только не упади, только не умри, только не умри. Как похож на дом Костера? Да. Даже странно. Если не кровать, не хрена, а только сюда. А, это девочка. Посмотрите, вот вместо того, чтобы сюда поставить тело девочки, поставила сюда что-то другое. В третьем акте я еще помню какое-то место. Там тоже такая лужайка есть. Ну просто там, вот я показываю тебе, разогрею, там оказывается вот что. Там вырастает какое-то дерево, яблоко. Золотое яблоко. Из Майнкрафта золотое яблоко. Да, первый раз я смог. С первого раза я смог сказать. Просто я всегда на третий раз смог пробегать. Такой. Сбежал мой сын, блин. Он такой, ты не первый, кто сбежал из моей хаты. Ну вот, третий акт. Уже наш чел идет к психиатру. Вот это то, другое. Родителям все рассказывает об этом. И через 10 лет. Спокойно. А что он там делает, что ли? Диван спал. Вот а есть.
него борода появилась, я нашел персонажа. Немного бородка выросла. Нормально. Вот он сбегает. Вот. Возвращаемся сюда. Мы уже соседов психушку поставили. Психушку сунули. И вот пока реально дома сучиха. Мы на свои не приехали. Мило у нас. Страшный сон. И то во втором акте, Том со второго акта, меньшая половина Тома, который в третьем акте. Смотрите, как он там. Что с моей хатой? Да. А дом-то стал вообще огроменным. Ладно, на этом всем пока.